Супергранты для ИГХТУ. Ровно 8 миллионов рублей получили три команды ученых химико-технологического университета. Финансировать проекты взялся Российский научный фонд. Гранты целевые, направлены они на поддержку молодых специалистов в конкретной области для решения четких задач, имеющих прикладное значение. С этого года впервые стартовала так называемая президентская программа грантов для молодых ученых, где было проведено несколько конкурсов, и ученые нашего университета, порядка 10 человек, поучаствовали в заявочной кампании. Самый крупный грант 5 миллионов получила лаборатория Артура Вашурина. Со своими коллегами он трудится над синтезом веществ, ускоряющих химические реакции. Такие катализаторы используются в самых разных областях, от очистки нефти на определенном этапе до фармацевтики. Помимо высокой эффективности и технологичности, новые соединения будут иметь конкурентоспособный ценник. Что же касается прозрачности использования федеральных денег, то допустимые статьи расходов прописаны в контракте. Расходование средств – это в первую очередь это реализация проекта, да, это закупка современного научного оборудования, это закупка расходных материалов, таких как химические реактивы, таких как, ну, скажем, та же банальная бумага, да, ее нужно покупать. Естественно, это финансовое вознаграждение исполнителей проекта, это обязательная статья расходов. К исследованиям привлечены не только сотрудники и студенты вуза, но и зарубежные коллеги. Консультации и узкоспециализированные услуги окажут научные центры Германии и Канады. Поддержку государство оказывает не только профессионалам в отрасли, но и совсем юным химикам. Есть специальные гранты, так называемые МОЛ-А, это инициативные проекты для молодых ученых, которые ранее не получали поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. И на протяжении последних лет четырех в нашем университете выполняются исследовательские проекты где-то по 15 таким грантам, и мы надеемся на успех в этой заявочной кампании. Вся работа рассчитана на 3 года, соответственно, в общей сложности команда Артура получит 15 миллионов рублей на научные изыскания. Стоит отметить, что одно из условий предоставления гранта – получение готового продукта по окончании работы над проектом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.